Так, ты хочешь, чтобы я узнал свой подарок? Который ты нам подарил на Новый год. Ты на него только что посмотрел. Нет, ты на него только что посмотрел. Вот это? Нет, это... Вот эту лампу? Кстати, свечи эти вы тоже подарили. Вот эту лампу? Конечно. Конечно, эту лампу подарили вы с Николаем. Точно. Она же точно такая, как ты дарил Николаю. Да, 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 да. Видишь, только белая. И многие зрители сказали, что Николай и ты передарили эту лампу. У Коли же черная лампа. У Коли черная, но эта лампа очень красивая. И, кстати, она есть даже у Мадонны. Да. Эта лампа очень шикарная, она очень нравится. Такая, как, как планета такая. Да. И когда ты отдыхаешь, вот лежишь на таком большом диване, и гуси. Рядом такая лампа, очень обалденная. Я думал, ты говоришь, найди свой подарок. Я думал, мне какой-то подарок. Я такой тупой, блядь. Я думал, вот это ты мне хочешь подарить. Хочешь? Да не, я просто думаю, а что я уже подумал, а что я туда буду ложить? Потом посмотрел на эту херню. Да, да. Ну, может, всю, блядь. Сам отдаришь. Спасибо, да не надо. Ой, комедия, блядь. Узнай свой подарок. Я подумал, а я думал, что для меня. Нет, свой подарок, который ты нам подарил. Мне вот просто было интересно. Я потерян. Ты свой подарок. Я, блядь, вообще потерянный. Картина красивая. Не, она грустная. Там грустный такой, знаешь, этот сюжет. Ну, что он грустный? Зимний такой. Знаешь, осень. Люди куда-то идут, и мне кажется, грустный сюжет. А ты считаешь, нет? Ну, я думаю, что такой обыденный, жизненный. Да? Такая, знаешь, сцена из какого-то городка или чего-то, какой-то местности. Ты у нас в картинах больше соображаешь. Масло, холст. Ты что, я понимаю? А вот это сделала, мне очень дорого, это сделала моя племяшка, нарисовала мне вот такого котика. Ой, красивый. Она сейчас в Чехии, и она мне нарисовала. Очень приятно, знаешь, вот когда это такой котик. Угу, угу. И луна. А это вот эти два зайчика. Это Кэрри и Николай, и ездили в торговый центр здесь в Проворах и купили вот такого... Зайчиха и зайца. Это зайчиха. Усё, вольное платье. А, понял. А заяц в штанах. А у зайца в штанах. А что с этими свечами, я хотел спросить. Это такое, как они будут, куда будет капать воск? С этими свечами произошла какая-то проблема. Поэтому эти свечи будут... Они должны быть ровные. Я не знаю. Их поломали нечаянно. Каждый человек. Мы купили на Новый год. А я думал, это человек, такая фирма. Кто их встречал, чуть-чуть их цокали, и они, видишь, вот. Вот. Это хвостик. Они так себя ведут. А откуда медведь вот этот ваш? Это старая игрушка. Медведь? Нет. Это игрушка ручной работы. Это в прошлом году. Это старая игрушка. Подарила Кэрри. Вот так я понимаю и в картинах. Да, вот в прошлом году мне подарила Кэрри. Это ручная работа. У меня было день рождения. И Кэрри мне подарила вот такого мишку. Как мило. Да. Это старая игрушка. Мне вот эти гуси нравятся. Обалденные. Эти гуси, вот тот серый, это мне подарил Коля, а вот этот белый, это подарил Кэрри Коля. Эти все два это... гуся купил Коля. Классные. У меня такой же я с собой брал в поездку. Да, я видел. Я сейчас укр-укр, что снайпует. Коля! Николай! Почему ты Самвелу не подарил таких два гуся? У меня один гусь. У мене один гусь укр-укр. Слышишь, Кэрри? Гарри говорит, найди свой подарок. А я же ищу, думаю, что он мне хочет подарить. Ты же объясняешься правильно. Сама ты, знаешь, как дети кричат. А я такой пришел, да, смотрю. Как ребенок искал. А я думаю, где мой подарок? Думаю, это ваза. Думаю. Найди свой подарок. Капец, Гарри.
Самочек извиняюсь. Та нічого, нормально. Я поняв, що подарка нема. Я поняв, що подарка нема. Зато у тебе є. Я понял, что подарка нема. Я вижу, до самого. Найди свой подарок. А я ж пошел, блядь, найди свой подарок. А я такой, найди свой подарок. И я иду ищу свой. Зайди, Коль, найди мой подарок. Ну вот найди здесь мой подарок. Ну и свой тоже. Подарок, который... Нет. Пусть найдет свой подарок. В смысле, что я подарил Гарри Пускаре? Да. Ну, гуся, одного, другого. Дальше. Чеще. Лампу мы вместе купили. А Коля все помнил, блин. Ну, конечно. Все ходы записаны. А я искал свой подарок. Думал, это ваза, блядь. Нет, это же заговор Стаса был. А сейчас иди, ну, да, покажу тебе твой подарок. Я же думал, о, мне Гарик что-то такое купил, интересно. Что ты опять натворил? Картина антикварна, думаю, сейчас. Смотри. Значит, шо? Это походная косметичка. Это вы потом... опять Николай и Самвел, посмотрите, вот они приехали. Это вы потом... О боже, а там футболки, это наши? Это Самвел Николай, Самвел ничего не знает, блядь. Самвел и Николай подарили нам подарок. Это полезные вкусняшки. Зефир очень вкусный, сейчас будем пробовать. Это тоже полезно. Ну это вы потом снимете, покажете. Потом много кофе, много орешков, потому что Николай знает, что мы любители... А еще армянский лаваш есть. А, и армянский лаваш. А ты что? Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. А Самвел язык уже не помню. Я не успела подпугивать. Бо Самвел сам не знает, что Николай купил в подарок. Ребята, смотрите. Найк, ребята. Найк. Это обожаю, вам... обожаю. КБшечка супер просто. А что ты не подарил вот это сам? Белая, так у меня есть. Вот такая черная и Джордан. Я думаю, Джордан это Кэрик. Это твои две, это мои. А, наоборот. Найк ты уже все, обожать будешь в следующий раз. Найк. Ну Джордан, Найк это... А Джордан, да, мне нравится. Вот Джордан. И вот Найк. Это обычная бело-черная футболка. А я люблю обычные вот такие футболки. Спасибо, Николай, сама. Так, можно я схожу в туалет? Можно. Мы пошли пить пиво. Я схожу в туалет, уединюсь. А часы с кукушкой? Подождите, а что за две косметички? Я уже все изначально сказала. То вы уже потом подивитесь. Обожаю это зеркало, ребята. Я, кстати, в своем бренде Винди-Венди. О. О, ребятки, как хорошо. Тут так прохладно. Я в броварах. Очень большой дом. Ой, надо хоть телефон убрать. Солнце. Ой, стоит мой айфон. Только нагревается. Кэрри очень классно вот идет. Статуэтки, ребята. Видите, какие... Музыканты, такая серия. Очень красиво вот. Смотрите, как кружево. Какая нежная работа. Это балерины. И вот тоже обалденная вещь. Кстати, у Лидочки нудель очень много. Очень много таких. А это, смотрите, старый телефон. Вы видели когда-нибудь? Машина ГАИ, боже. Ребятки, у Гарика так красиво вечером. В саду все зажигается, все огоньки. Деревья переливаются. Очень красиво. Смотрите, какой дом шикарный. Я сегодня валялся в бассейне. Прям в шортах во всем. Гарик блюкнулся, я вместе.
сетки, очень красиво. Генератор работает, тоже свет выключают. Очень классно. И здесь такой хвойный лес. Очень красиво. Наша палада. Тарик буде розжигати мангал, будемо готувати рибу. О любви я не успею тебе сказати. Новости, конечно, про Ирину Фарион. Я вчера сел в поезд с Алиной. Играли в батл, она рассказала новость, что у нее стреляли, и потом она умерла. Вот. В реанимации уже во Львове. Ну, скажу так, что, конечно, если хотите мое мнение услышать, что как бы я не позитивно относился к этому человеку, потому что во время войны она разделяла людей, оскорбляла ЗСУ тем или иным способом, всех остальных украинцев, которые не украиномовные. Вот этого, наверное, делать не надо было. Но все-таки это очень жестоко, очень зверски. Никто не имеет права отнимать жизнь. Поэтому вот такое мое мнение. Я не радуюсь по этому поводу. Мне страшно по этому поводу, что так может быть. Поэтому, читая комментарии в ТикТоке, там, в Инстаграме, конечно, волосы дыбом становятся от людской бесчеловечности и злости. Того, как люди радуются, что она умерла. Ну, не знаю. Мне кажется, это очень страшно. Поэтому вот мое мнение. Хотя и негативно относился, но точно уж смерти ей не желал. Ну, так бывает, видите, в нашей жизни. Какой-то парень там следил и выстрелил ей в висок. Конечно, 100% Раша преподнесет в выгодном для них свете. Это черешня. Варика, тут и помидоры. Поэтому, ну, я не скорблю прям, что с ума схожу, но тем не менее, как-то это дико, дико, дико и страшно. Дико и страшно, ребята. Эти красные помидорки есть. Очень много яблок. Вот яблоня огромная, смотрите, с яблоками. А как вы думаете по этому поводу, ребят? Только зверство не пишите, пожалуйста. Генератор работает у Гарика. Цапли. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Всем привет. Всем привет, да. Добрый вечер. У нас целый день. Целый день. Целый день. Всем доброго вечера. Да, мы целый день у стола, целый день вино, виски, бренди, шменди. Дарик мангал разжигает. Коля какую-то рыбу замариновал. Это кальмары, лосось и тунец на шпажках. Не подумайте, кто-то вас хочет разозлить. Наоборот. Мы очень, очень скромно и экономно. Да. Солнышко, а где вот это? А, ладно, я сейчас принесу. Ребята, я сейчас даже принесу. У Самвела когда-то 2 года назад покупал лампу. Обалдеть. Боже, какой я меркантильный был. Сейчас бы я тебе просто это все отдал, Гарик.
Так, а что дальше сюда кидать? Сейчас оно же прогорит. Так на этого мало? Ну сейчас горит, что добавится, что когда распался. А дрова где? Ты попшикался этими хернями от комарев? Да, да. Ну сейчас дрова у меня нету, сейчас горит распали. Так подожди, надо как-то кидать их. Чули. Ты или чули? Я боюсь, ребят, что оно затухнет сейчас. Ой. Ребята, такой мангальщик, я вам скажу. Боюсь, что я сейчас все это затушу наоборот. Арик, надо что-то сюда кинуть. Во-первых, Самвельчик, хочу сказать, не меркантильный совершенно. Понимаешь, что у тебя миллионы подписчиков. Миллионы. Но ты такой один. Нет, я просто хочу сказать, если бы каждый звонил, сказал, просто дайте или это. Ну... Арик, надо что-то с этим сделать. Что? Сейчас мы перегорает. Все сделаем. Подожди. Я там две дровинячки такие кинул, что-то они. Вот, все мы сделаем, Самвельчик. Все мы сделаем. Все будет у нас хорошо. Все будет хорошо. Сейчас. Поэтому. Вот, ребят, смотрите, это я когда-то купил у Самвела. Оно было, знаете, пришла коробочка, американский флаг. И это вообще подсветка для флага. Для флага, вот. А, но мы никогда не знали, что в нашей жизни понадобится оно нам просто в жизни. Прикольная штука, кстати. Самвел, да, это ты. Она кстати... на солнечных батарейках, да? Да, супер. Я ничего не делаю, это солнышко. Арик, все-таки... заряжает. Все-таки. Все-таки мы сейчас берем штучку и разжигаем. Так, будем махать. Давай я буду махать, может, какой-то тут. Нет, эта штучка делась, это уже Коля и Кэрри куда-то дели ее. Может, досточкой махать? Тут нет ее. Блин, ну что ж такое? Где-то должна быть. Сейчас я пойду поищу. Все, нашел. Нашел? Давай я буду махать. Ты думаешь, оно загорится? Обязательно. Загорится, возьмем еще бумаги и загорится дальше. Самвельчик, смотри. Вот так, смотри. Бери вот так. Жар снутри подгорай и сразу о, начинается. О, у тебя сразу горит. Да, потому что надо не вот так, а просто... Попизди ладошка. Нет, просто, ну, как бы, чтобы огонь разгорелся, его надо... Я понял, вот так, да? Давай. О, я перестараюсь сейчас. Ну что ты не перестараешься? О, класс, Арик. Все, ну, оно сейчас все разгорится. Все будет горазд. Ой, лампа моя у света до хрена увидела и перестала работать. Работала. Вот эта лампа, чем лучше, что ее, если включишь на автоматику, она уже будет гореть даже вне зависимости от того, есть свет или нет. Вот видишь, она, смотри, видишь, из-за того, что она видит вот этот свет, она начинает работать. Раз, включилась. Ничего себе, вообще класс. Да, то есть, если ее убрать подальше от... Все, видишь, как шикарно она будет светить. Вообще. Это, кстати, вот действительно, ребят, что хочу сказать, вот то, что Самвел с Николаем заказывали с Амазона, да, вы заказывали? Да, да, да. Это было действительно шикарные очень вещи, качество, потому что еще у нас есть 4 лампы, которые размещены на балконе и на окнах. И все они хорошо, да? Они светят так, как не сравнится с теми, которые мы покупаем. Ну, серьезно, это без всякого левого вранья, нету смысла врать просто. Да, сейчас я еще принесу вот эти. Сейчас, Самвельчик,
Иду куда не надо. Таких, чтобы нам разогрелись. Разогрелись и будем давать уже побольше. Побольше травинишки. Не, вот такие. Это слишком не надо, не. Это будет 3 года. Конце. Это, знаете, 3 года гореть. Это херши на конец. Все. Распаливай. Махать? Да. Горить. Что это? Ночной фонарь. Класс. Это, кстати, это же вы подарили. Забирайте лампу с бисером. Мне нравится Самвел, который не знает, какие он подарки дарит. Харик, забирайте лампу с бисером. И махалку со стола. А, вот наш... это хлебушек. Это хлебушек, потом я поджарю до рыбки. Ну так, поставим ты. Нет, забирайте, мне стол надо накрыть. Что мне ваше? Все, хорошо, извиняюсь. Наверное, ты крупку пока поставил. Да, это для меня. Столы убрать, все убрать. Господи, нам может выйти еще оттуда, может быть, а сами распалим. Уже когда распалили, выйдет. Сам бы нам сказали выйти. Я сейчас задохнусь. Если в беседку. Распаливается. Правильно чуть-чуть даем огонь нашему. Видишь, ты знаешь как, а я что-то терепаю, у меня только тухнет. Все, Самельчик, на, взял. Угу. И вот так берешь, вот смотри. Мне кажется, оно уже вот разогрелось. Так, вот, 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 вот. И ты увидишь, да, сейчас больше огонь стоит. Да. Видишь, огонь становится больше. Ого. Покажи, какой у нас скромный стол на ночь. Я извиняюсь, я курю. Да ничего. Столик, хлебушек и рыба. Все. Сколько Гарик сегодня еды приготовил, это было просто божественно. Очень много всего. Была и картошка. Так, и сейчас рыба. Коля нам готовит вкусняшку. И борщ вкусный. И салат. Там и плов. Камбуча. Ребята, камбуча — это безалкогольный напиток. Это типа кваса. Я полюбил в Киеве камбучу пить. Ужас. Гарик может огонь распалить, а камбучу открыть не может. Спасибо. Все, бросай эту штучку. Спасибо. Давай. Так, сейчас принесу. Можно вас еще попросить? Я сейчас принесу рыбку, чтобы там место на досточку. Да, сейчас. Проси. Ребят, мы просто, вы знаете, многие говорите... Мы пользуемся разными брызгалками. Просто здесь, вот Самвельчик вам не даст. Комары сказать. Есть, да. Комары, они сжирают вне зависимости от того, что ты брызгаешься или нет. Ну, меня перестали жрать, ты меня побрызгал. Это Терри сегодня, кстати, новые какие-то купила. Ты на меня брызнул, видишь. Огонь все-таки завораживает. Огонь, да, конечно. Я люблю огонь.